Прикинь, отдел, скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь? Отвлекись от дел, скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Да шаг за шагом нелегко, APL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Новый день, мы расскажем тебе, как нужно. APL, твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. APL, это мы, расширяем границы.
Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие лидеры, дорогие партнеры, гости, все те, кто к нам пришел сегодня на наш традиционный вебинар, который проходит во вторник. Я рада вас приветствовать, Елена Нестеренко, директор по продажам компании APL Go. И я вижу, как наполняется наша комната, как становится у вас каждый секунды буквально больше и больше, и это радостно, это значит о том, что вы готовы принимать новые знания, вы готовы двигаться вперед, вы готовы, не знаю, потом брать эти знания, нести вашу команду. Давайте мы немножко перекличку сделаем, давайте поставим пятерочки, как в школе, отличную оценку, если вы видите слайды. Если вы видите первый слайд, на котором есть мировые тренды в бизнесе 2024. Вот, вижу, пятерочки полетели. Это все пятерочки вам, как звезды. Ну и я так понимаю, если вы меня слышите, раз пятерочки поставили, ну давайте немножко тоже разнообразим, как аплодисменты, знак бесконечности, восьмерки поставьте, если вы меня слышите хорошо. Если вы меня слышите и видите хорошо. Вот, вот, давайте знаки бесконечности, бесконечный наш рост, бесконечный наш бизнес, все в этом мире как бы подвластно каждому из вас. Сегодня тема действительно потрясающая, я не займу много вашего времени, потому что у нас с вами сейчас идут грандиозные промо, которое мы сейчас объявили на месяц март, это промо на новые квалификации, начиная буквально с первого шага. Прям вот буквально с первого шага, с квалификации менеджер и до самых-самых вершин, да, до премиум-квалификации. А мало того, что сегодня у нас с вами еще запустилась новая промо, которая работает на сверхактивность, и посмотрите, пожалуйста, на него внимательно, потому что эта промо позволяет кому-то сделать третий шаг на круиз, а для кого-то это будет один шаг для того, чтобы закрыть свою квалификацию, потому что у нас там тоже есть шаги. И помимо этого у нас есть наши промо, которые уже, мне кажется, привычные для каждого из вас. Это Welcome Program для наших новичков, это активисты APL и так далее. То есть вот наша с вами задача сейчас в оставшиеся дни марта, а это много еще времени, посмотреть, да, для кого эта промо предназначена, и, собственно говоря, как вы можете увеличить свой доход, свой бизнес, как можно подняться по квалификациям вверх. Все в ваших руках. Но сегодня мы с вами возьмем тему, тема очень интересная и очень актуальная, да, тема, которая называется «Мировые тренды в бизнесе именно 2024 года». У нас уже с вами три месяца, фактически года прошло, но пора о трендах все-таки поговорить. И вы знаете, тема, не знаю, действительно, она такая интересная. Слово «тренд», давайте немножко в этом разберемся, да, слово «тренд» в широком понимании, оно означает направление развития в какой-то области. То есть вот то направление, которое выбирает потребитель, то направление, которое выбирает наше сообщество. А мы с вами работаем с людьми, и мы с вами работаем в бизнесе, который должен очень четко эти тренды отслеживать. А, безусловно, это трендов много, да, и есть целые компании, которые эти мировые тренды, скажем, собирают воедино, да, они смотрят, как будет развиваться бизнес. Но я для вас выбрала из этого общего количества трендов, которые есть, 8 актуальных, которые актуальны именно для нас, для нашего бизнеса и для каждого из вас. Каждый предприниматель сам решает для себя считать тренды ерундой какой-то, да, не имеющей отношения к бизнесу. Ну, или все-таки это важный вопрос в твоем развитии. Это то, что будет иметь отношение к стратегии развития твоего бизнеса. И, как правило, в трендах говорят о двух направлениях. Два направления, которые важны, что важно отслеживать именно в трендах. Это первое. Инструменты, которым ты будешь пользоваться ближайший год, да, по крайней мере. И второе – это изменение поведения потребительских привычек. Вот это очень важно. Потребительские привычки, они формируются, исходя из опроса
И исходя из того, как ведут себя потребители, достаточно большие группы рассматриваются для того, чтобы выявить, что именно это направление сейчас будет интересно. И важны оба два направления. И почему сегодня тренды, вы узнаете чуть позже, почему мы с вами сейчас в компании должны также отслеживать наши тренды. Да? Они, направления важны, и действительно именно в области поведения потребителей важно в долгосрочной перспективе то, что для вашего бизнеса будет являться помощником. Если простыми словами сказать, зачастую 5 лет назад ты делал предложение о бизнесе или продукте, да, есть определенные свои технологии, и у тебя все прекрасно работало. А сейчас ты делаешь все то же самое, и почему-то не работает. И вот здесь становится вопрос, а что произошло? Люди меняются, жизнь меняется, и скорость изменений сейчас настолько велика, что если ранее план стратегический компании писали на 5 лет вперед, может быть, кто-то помнит пятилетку, сделаем пятилетку за 3 года, да, кто постарше, то сейчас вот это вот изменение, оно происходит буквально каждый год, а может быть, даже и чаще. Где можно взять эту информацию? Вообще, конечно, вы можете эту информацию взять любой бизнес-ревью, которое Forbes публикует часто, да, вот тренды, которые есть, и любые бизнес-издания, которые действительно помогают предпринимателям немножко легче сделать их бизнес. Вот я вас не направляю туда, потому что потратить время, изучить, я для вас это саккумулировала все в единую презентацию, и основное, что важно для нас, мы сегодня с вами рассмотрим. Знать тренды – это значит находить свежие идеи. Знать тренды – это облегчить свой путь. Это пересмотреть свою немножко работу и сделать и оптимизировать ее так, чтобы ваш бизнес развивался как можно быстрее и легче. Вот это вот самое главное. Итак, поехали. Наши 8 трендов, которые актуальны лично для нас, мы о них сегодня с вами поговорим. Фокус, который сейчас ставится во главу угла, это фокус на поколение зумеров. Поколение зумеров пытаются привлечь абсолютно все. И что же такое поколение зумеров? Да, кто же это такие? Давайте про них немножко вспомним. Есть прекрасная обучение у Анастасии Фурк, она его даже неоднократно давала, если что, мы его повторим. В зависимости от того или иного поколения, да, для людей важны свои правила и ценности, которые для них ставятся во главу угла. И когда мы делаем предложение, то тому или иному поколению, они, понятно, между собой пересекаются. Ну, и даже на эту тему много, очень много теоретических вещей есть в интернете, тоже можно посмотреть. Но вот поколение зумеров считается, что оно сейчас фокусное. Любой предприниматель, любой бизнес пытается поколение зумеров привлечь к себе. По возрастной группе это примерно рождение 97-2012 год. Достаточно молодые. Молодое поколение, ну, для меня, например, я смотрю на них как на детей, да, и многие из нас так смотрят, но поверьте, через 5 лет они будут основными потребителями товаров и услуг. И вот то, что если, как говорится, сейчас придет к ним, да, понимание, почему им надо связать свою жизнь с компанией, с нашей компанией, с APL, это будет очень-очень хорошая основа, которая поможет развивать ваш собственный бизнес. Давайте немножко о них. Да, что важно для нашего поколения бумеров, да, то, зумеров, вернее, да? Для них важно, ну, по большому счету, свой бизнес, свое обучение. Вот это важно. Это то поколение, которое не хочет ходить на работу с 9 до 6. Это свобода. Это поколение, которое рождено... ну, не знаю, с телефона в руках, я бы это так назвала, да, то есть для них телефон, для них соцсети, для них онлайн-пространство, это вообще вот их стихия, где они чувствуют себя легко и хорошо. Для них важна свобода, для них важны быстрые деньги, они не хотят быть привязанными к одному месту, то есть для них важно перемещаться. Например, летом они могут находиться у себя в стране, а зимой они хотят проводить время, всю зиму проводить в теплых странах, да.
И по большому счету они те, кто сформирует вот именно потребительское сообщество. И мало того, что исследования говорят, что через 5 лет именно зумеры будут давать 60% всех продаж экономики мира. Услышьте меня. 60% экономики мира. Нам есть что предложить. Нашим поколением Z нам есть что сказать. Нам есть чем привлечь. Первое. У нас бизнес, мы не привязаны к одной точке. Ты можешь работать в любой стране мира, сидя за компьютером, за телефоном. Ты можешь общаться, развивать свой бизнес. Ты сам решаешь, когда тебе просыпаться, когда тебе засыпать. Ты сам решаешь, какой доход получать. И ты сам решаешь, в каком сообществе ты будешь находиться. Ты его сам формируешь. И вот для нас привлечение вот этого поколения, и у них есть определенные стандарты, что они слышат. Вот посмотрите, пожалуйста, на ваших детей, возможно, да, посмотрите на окружающую среду. Кто вокруг вас есть такое поколение, как мы говорим, Z, которое действительно через 5 лет, посчитайте свой возраст, посчитайте, что будет с бизнесом вашим через 5 лет, и вот действительно 60% всей экономики мира будут, да, ну, товарооборот будут давать именно они. Поэтому это вот тот фокус, который мы поставим для себя, да, и вы поставьте, пожалуйста, для себя, чтобы сейчас уже они были на нашей стороне. Следующий тренд, это очень интересно, это устойчивые методы ведения бизнеса. Что туда входит? То есть вот если коротко сказать, то это какую компанию ты выбираешь, скажем так, какого партнера ты выбираешь. И здесь одним из самых важных факторов является, кто стоит во главе компании, да, знаком ли ты с этим человеком. Следующее, какие собственные или нет производства есть у компании. Устойчивые методы ведения бизнеса, да, как компания развивается на рынке, в каких странах компания представлена, есть ли технологичная поддержка, которая позволяет человеку двигаться вперед, понимаете? Насколько гибок вот этот бизнес, да, и насколько интересно предложение. Вот это устойчивые методы ведения бизнеса, они действительно есть ряд показателей, которые, вот если взять нас, да, то есть взять пазлы все наши, посмотреть на них, и реально ты можешь сказать, да, действительно, мы та компания, которая методы ведения бизнеса в турбулентное время, в котором мы сейчас находимся, мы под него подходим. Следующий тренд, который тоже хотят люди, это закат эры селебрити. Вот это вообще, это я считаю, что первый раз я увидела, наверное, вот этот тренд, на который почти никто никогда не обращает внимания. Вот самый простой вариант. Кто верит звездам? Вот я просто задаю вам такой вопрос. Кто верит приглашенным спикерам? Кто верит звездам, которые рекламируют какие-то, ну, по большому счету, товары или услуги? И мы с вами реально понимаем, что мы смотрим рекламу, и мы с вами знаем о том, что этой звезде заплатили, поэтому она рекламирует тот продукт или, там, не знаю, ту услугу, о которой она сейчас говорит. И самое главное, что еще 5-10 лет назад корпорации, они старались звезд привлечь на свою сторону. И рекламную программу, ну, как правило, запускали на телевидении под одну какую-то рекламную промо, программу, и все смотрели, говорили, боже мой, звезда, если звезда это рекламирует, значит, это хорошо. То на сегодняшний момент закат эры селебрити, оно прям вот налицо. Почему? Потому что даже компании, которые продолжают приглашать звезд на свою сторону, они контракты сейчас подписывают на 1-2 года. То есть для того, чтобы звезда рекламировала их достаточно долго, а не так, что она рекламирует сегодня одно, а завтра другое, фактически конкуренцию, да, создает.
Плюс, помимо этого, селебрити, как правило, оттягивают на себя аудиторию, да, то есть они перетаскивают на себя внимание наших партнеров, наших потребителей, и по большому счету это расфокусировка. Но самое главное, что мы все понимаем, что кто от сердца говорит о продукте, а кто говорит написанный текст. Та же самая звезда, она расскажет прекрасно о продукте, но вы расскажете это от сердца, потому что вы будете говорить своему знакомому, подруге, своим родственникам, почему этот продукт наш хорош, да, почему аккумулит эссей, почему в нашем бьюти. И по большому счету вы понимаете вот всю ценность того продукта, который есть. И люди сейчас перестали верить звездам. Услышьте меня. Люди верят вам, Татьяне, Галине, Светлане, Николаю и так далее. Люди верят вам. И помните, люди верят простым людям, не звездам. Они верят таким, какие вы есть. Вот простые люди, обычные. И они верят тем, кто живет с ними рядом. Они верят своим соседям, они верят своим друзьям. И поверьте, если сейчас вы задумаетесь о том, что вы в руках владеете вот этой силой, силой доверия тех людей, которые есть рядом, и с теми, с которыми вы познакомитесь, и верят вам. И поэтому каждый из вас уже на сегодняшний день лучше, чем любая звезда. Каждому из вас верят больше. Вопрос, говорим ли мы где-то о нашем продукте, о нашем бизнесе, о возможностях, которые предоставляет компания, это уже другой вопрос. Об этом мы сегодня чуть позже поговорим. Но именно вам, доверие к вам у людей больше. Вы лучше, чем звезды. Услышьте меня. И это будет, вот если вы это поймете, это будет очень сильным, быстрым развитием вашего бизнеса на сегодняшний момент. Только об этом надо говорить, только о продукте надо говорить. И этот тренд будет актуален еще ближайшие примерно лет 5, а может быть даже больше. Еще один очень интересный тренд, который называется микророскошь. Микророскошь, давайте вспоминать, лет 10, 15, 20 назад, чем хвалились люди? Хвалились машинами, квартирами. И по большому счету хвалились, не знаю, какими-нибудь дорогими украшениями. Вот это было, стояло в разряде такой мечты, которую ты хочешь двигаться и иметь, и ты готов сейчас делать все, чтобы даже где-то там не отдыхать, а добиваться этого результата, да, то есть добиваться купить себе машину, купить себе квартиру, купить себе дорогие часы, купить себе кольцо с бриллиантами. Вот сейчас состояние людей такое, и понимание, и философия людей такая, что сейчас люди хвастаются другим. Сейчас люди хотят получить роскошные продукты здесь и сейчас, микророскошь. Пока он доживет там, до этого дома, до этой квартиры, пока он ее заработает, но хотят обладать вот этими дорогими и драгоценными продуктами. И вот этот тренд, он появился в пандемию. И если вы вспомните, что пандемия вообще перевернула сознание людей, да, то есть вот с ног на голову, человек понимает, да, сколько бы у него денег не было, но если у него нет здоровья, прости господи, но никому эти деньги не нужны. И поэтому сейчас люди хотят здесь и сейчас жить, пользоваться хорошим продуктом. У нас есть что предложить. У нас есть с вами прекрасный уход, да, то есть наша серия бьюти. Это действительно микророскошь, это действительно желание обладать и баловать себя через этот продукт или продукты здоровья, да, как мы говорим, наш аккумулит. Пожалуйста, то есть все в наших руках, мы можем предложить человеку, и люди не хотят дешевого, услышите меня, они хотят дорогого, достойного, то, что чувствует себя достойным человеком, да, для того, чтобы я могу себе это позволить. Следующий тренд, очень интересный, то, что социальные сети заменят поисковики. Это, знаете, какая
направление такое интересное, что, как сказали исследования, показали исследования, что поисковиками примерно через 2-3 года потребители будут пользоваться лишь только для того, чтобы узнать что-то связанное с законодательством или какие-то оказания, ну, не знаю, там, услуг, государственные вещи, да, правовые вещи. Это будут поисковики. Все наши люди, и мы с вами в последнее время ищем информацию. Мы ищем информацию в соцсетях. Мы ищем информацию у, не знаю, у блогеров. Мы смотрим, масленица была, там, как испечь блины. Ты идешь куда-то в соцсети, смотришь, какие рекомендации, рецепты тебе дают, да, и что из этого происходит. К соцсетям относятся абсолютно все, включая Telegram, это тоже соцсети, и это все известные нам соцсети, которые есть вокруг нас. И вопрос: если вы не в соцсетях, значит, вы выпускаете огромный, просто огромный пласт аудитории, которая, по большому счету, проходит мимо вас. И на сегодняшний момент порядка где-то 60% продаж происходит именно в соцсетях. Рекомендации и продаж. Не, это действительно то, чем мы с вами можем сейчас об этом задуматься, да, и этим пользоваться. Но с этим тоже надо работать. Следующий тренд, который мы можем с вами посмотреть, это угасает тренд на мультиканальность. Вопрос сейчас в аудиторию. Посмотрите, пожалуйста, в свой телефон. Сколько чатов и каналов у вас, на сколько чатов и каналов вы подписаны? Вот когда бывает, человек открывает свой телефон, и в одном телеграме создано и подписано миллион чатов и миллион каналов. И вот этот вот тренд, который был вот какое-то время, да, он прям прослеживался. А давайте соберем встречу, а давайте на эту тему создадим новый чат. А давайте обсудим вопрос, а давайте на эту тему создадим еще один чат. И, ну, правде в глаза, если посмотреть, если вы находитесь в этих чатах и задайте себе вопрос, даже есть в телефонах счетчик, сколько времени вы там находитесь, и я уверена, что огромное количество чатов вы просматриваете именно в таком формате. Ой, насыпалось там 155 сообщений. На последнюю кнопку нажал, и вся информация, которая была, улетела вверх. Или если человек уж действительно сидит в чатах, вот он там, он в нем живет, в этом телефоне, вопрос: ты там что делаешь? Ты там зарабатываешь или ты там просто тратишь свою жизнь, свое время? Я призываю вас именно всех, первое, проверить, на какие каналы и чаты подписаны вы сами. Задайте себе вопрос: а что я там получаю, какую пользу? Это раз. Второе. Очень много каналов и чатов, которые дублируются. То есть информация пролетела про промо, ты подписан на 10-20 чатов, и в каждом чате проходит это сообщение. Промо, 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 промо. Где вы должны быть подписаны? Вы должны быть подписаны, первое, в первую очередь. Это официальные наши каналы, да, которые компания создала. И второе, вы должны быть подписаны в чате своей структуры. Это очень важно. Понимаете? Почему? Потому что если вы находитесь в чате и канале своей компании, своей структуры, то тогда вы получаете информацию целостно, которая проходит от вашего топ-лидера и вниз. Если вы сами в миллионе чатов и каналов, то и ваши люди там же. Сейчас следующий момент. Если у вас есть чаты и каналы, пожалуйста, закройте список контактов. Это прям вот настоятельная моя просьба. Сейчас самое дорогое – это люди, это контакты. Закрывайте, не отдавайте это во всеобщее пространство. Потому что если вы делитесь своими командами, своими людьми, то тогда любой человек может оказать влияние на него. Вот угасает этот тренд, когда миллион, миллиард каналов, которые существуют.
Посмотрите свои чаты и каналы и проверьте, пожалуйста, где проводят время ваши партнеры. Прям встречу надо даже такую делать. И если уж человек проводит время, пусть он проводит время с пользой. Он должен понимать, какую пользу он получает от того чата или того канала. Да? Вот как дети. С кем общаются ваши дети? Точно так же вы можете сказать и задать вопрос, ваши партнеры, это ваши дети, где они находятся, с кем они время проводят, это очень важно. И этот тренд, который сейчас действительно, он начинает работать, он уже работает. У молодежи есть даже такое понятие, как детокс от как бы социальных сетей. Они отключают от всех социальных сетей себя там на неделю, на две, на три, для того, чтобы понять вкус жизни, понимаете, понять, что ты живешь в реальном мире. И поэтому я тоже вас призываю, уж если там, то тогда это делать четко, осознанно и целенаправленно. Следующий тренд, который мы должны с вами знать, это гиперперсонализация. Если раньше мы могли выйти на аудиторию и сказать «Привет всем!» или, не знаю, там «Привет, друзья! Привет, компания! APL Go!» Это одно. И обращение такое же. И это было нормально. То сейчас люди хотят персонального обращения, персонального внимания. И даже есть большинство компаний, достаточно серьезных компаний, которые занимаются обычным классическим бизнесом, создают вплоть до того под каждого потребителя свой вариант, а что тебе предложить. Вы же сами сталкивались, да, с тем, что вы начинаете в поисковике что-то покупать, какую-то одежду смотреть, там, не знаю, обувь, одежду, и тут же вам уже под это вам формируется предложение. Тебе было это интересно, мы тебе предлагаем. И вот здесь я хочу вас призвать к тому, что посмотрите, пожалуйста, когда вы обращаетесь к вашим друзьям, к вашим знакомым, как звучит ваше обращение. Если это обращение звучит формально, вы в обычной жизни говорите «Привет, Светлана», «Привет, Ольга», «Привет, Петр Петрович», «Добрый день», а здесь вы пишете другим форматом, другим обращением. Знаете, как вот некоторые берут шаблон, да, например, имя подставляется, и это вызывает очень большое удивление у человека и говорит «А что с тобой случилось? Что произошло? Тебя там что, зомбируют в твоей компании?» Поэтому я прошу вас, пожалуйста, персональное обращение и по имени, так как вы привыкли общаться, да, и внимание конкретному человеку, это очень важно. Люди хотят сейчас внимания каждому из вас. Точно так же важно внимание. А следующее направление – это цифровизация и автоматизация. Вот это будущее, и мы с вами прекрасно понимаем, даже была песня «Приключения электроника», по-моему, был фильм, «Вкалывают роботы, а не человек». Вот мы с вами сейчас где-то на этапе таком, что очень многое, что заменяется автоматическим, ну, не знаю, все, конечно, не заменится, и общение никогда не заменит, да, живого общения, там, автоматические всякие разные там программы, боты и так далее. Но не пользоваться этим, ну, наверное, было бы странно в нынешнем мире. Почему? Потому что существуют инструменты, которые помогают вам облегчить вашу работу и увеличить скорость развития вашего бизнеса. Что это может быть? Это боты, да, которые существуют. У нас прекрасный бот есть APL, да, то есть который вы можете пользоваться. Это программы по обучению, это марафоны, которые формируются и проводятся, это система рассылок, которую ты можешь использовать. Но помните, опять же, это индивидуальный подход в зависимости от того, какой человек перед тобой. И искусственный интеллект – это тоже помощник, которым мы можем пользоваться, да, вплоть до того, что немножко отредактировать текст, сделать его более формальным или сделать его более свободным. Это скорость. Да, скорость и охват тех людей, которые, по большому счету, есть вокруг нас. Вот
8 трендов, которые у нас с вами сейчас существуют, и они будут развиваться, то мы с вами прям в эти тренды входим так вот очень мягко и очень легко со всеми нашими предложениями и нашими возможностями. И сегодня я хочу вам показать еще один проект, который запускает компания вместе с топ-лидерами, и немножко о нем чуть-чуть поговорить в качестве рекламы. У меня буквально есть на это 15 минут. И, мои дорогие лидеры, на сегодняшний момент компания уже запустила, это самый масштабный онлайн-проект, и мы его сделали вместе с нашими топами, с нашими топ-лидерами, которые включились, работали, подключали кого-то из вас в эту действительно работу. Мы назвали это бизнес-практикум, и давайте мы немножко о нем поговорим. Какая же цель нашего бизнес-практикума? Это получение дохода и увеличение, я бы еще сказала, дохода каждого партнера. Это та цель, которую мы ставим перед собой в данном проекте, в таком глобальном, масштабном, с поддержкой президента компании, да, с поддержкой топ-лидеров. И фактически это было создано вот... Очень интересный процесс, это было создание вместе с нашими лидерами, которые включились в эту работу. Финансы дают свободу, мы это с вами тоже знаем, многие говорят, что как бы деньги это не важно, но я считаю, что деньги это все равно важно, потому что если мы говорим о бизнесе, то, конечно, доходы, то, что ты зарабатываешь, но важно, сколько зарабатывает твоя команда и твои люди. Это, наверное, один из самых важных моментов. Финансы определяют границы этой свободы, да, насколько ты свободен. И чем больше твоих партнеров исполнят свои мечты, тем шире границы твоей личной свободы. Это вот та философия, которую мы хотим донести. И что же нам поможет? А нам поможет система, а система будет выглядеть так. Ты научился сам, передай этот навык своему партнеру. И мало того, что узнай, может ли он передавать этот навык своей команде, и как он это делает, и как он это передает. То есть вот эта система передачи знаний от одного человека к другому является очень-очень-очень важным моментом. И сейчас очень хороший вопрос, а сколько партнеров в твоей команде? Вот каждый из вас может зайти в бэк-офис, открыть его и посмотреть, а сколько там вообще моих партнеров. И я вас попрошу вот действительно объективно подходить к этой информации, к этой цифре и оценить не с точки зрения, знаете, всего за всю историю с момента вашего сотрудничества, партнерства с компанией EPLGO. Вот у меня там, не знаю, сколько-то тысяч. Оцените по-другому, сколько реально работающих партнеров. Работающих – это хотя бы размещающих заказ один раз в месяц. Вот, скажем так, возьмем любое производство, любой завод, да, за время существования завода, там, 100 лет, на этом заводе, наверное, работало там несколько сотен тысяч человек. Но когда говорится, а сколько в твоей сейчас команде, то, наверное, будут считать те, которые приходят на производство ножками каждый день, кроме выходных, понимаете? И вот здесь посмотрите на тоже на свой бизнес именно с такой точки зрения, именно с этого подхода. Сколько партнеров в твоей команде сейчас? Сколько партнеров ежемесячно размещает заказ? И наша цель, которую мы ставим перед собой, она, кстати, не очень амбициозная. Мы хотим, чтобы за время нашего проекта, в который, надеюсь, включитесь вы, включится ваша команда, включатся новички, которых вы пригласите, наша цель как минимум увеличить за наш март-апрель-май, да, доход, во-первых, каждого партнера и увеличить, соответственно, количество каждого, скажем, количество тех партнеров, которые есть в ваших командах. Потому что и мы это будем делать с вами вместе, в единстве мы сила, и мы знаем, что у нас все получится, это 100%. Те, кто включится в проект, у них все получится. Какая же будет система? Ну, вообще, эта система известна всем. Самое главное – это приглашение новых партнеров, это обучение, это сопровождение. Но самое главное, что система повторяющихся действий.
Когда последний раз вы приглашали лично людей? Как вы их обучаете, а как вы их сопровождаете? И посмотрите лично на себя, посмотрите на вашу команду. И я вижу зачастую, что, знаете, как говорят, вот мои люди не приглашают. Я всегда говорю, а сколько сам ты пригласил людей? Сколько людей пригласил лично в бизнес ты? Давай проверим твои показатели. И они говорят, ну я вот командой занимаюсь, я всех обучаю, я мотивирую и так далее. И люди делают, повторяют только то, что делаете вы сами. Начнете сами приглашать, начнут приглашать они. Начнете сопровождать, будут сопровождать ваши люди. И на IPL Season мы эту тему будем рассматривать очень глубоко, вплоть до того, что каждая зона, скажем, роли и обязанности на каждом уровне партнерства в компании. Поэтому готовьтесь, на IPL Season кто едет, а я знаю, что многие лидеры едут, мы эту тему будем очень внимательно прорабатывать. Но до этого у нас с вами будет очень интересный бизнес-практикум. Это такой масштабный онлайн-проект. Помните тренды? Да, онлайн-проект использовать в своем бизнесе сейчас любая прогрессивная компания. И как это будет выглядеть? Мы объединили силы, опыт наших топ-лидеров. Да, мы объединились между собой. Это были разделения на команды, это были определенные задачи и задания. Это было очень интересно. Когда человек входит в этот проект, что получит каждый участник? Это бизнес-практикум. Будет 4 марафона. У нас уже был опыт марафонов, которые проводили сотрудники компании во главе с Натальей Гончаровой. Сейчас эти марафоны будут для вас проводить наши топ-лидеры, сообщество топ-лидеров. Они будут делиться с вами самым уникальным своими знаниями. 4 марафона, 29 уроков, 25 бизнес-завтраков, 25 домашних заданий, 25 розыгрышей продукта. Ну, как без розыгрышей, да, то есть задание выполняют, хочется немножко драйва туда включить. Это будет 8 прямых эфиров. То есть это будет действительно такой цикл, да, в который включаются абсолютно все. И я уверена, что каждый из вас, даже если входили в марафон, кто-то весь прошел, кто-то проходил только часть. Но и многие жалели, говорят, ну когда, вот я не успел, там что-то, мои люди не включились. Я вам могу сказать, сейчас есть шанс абсолютно у всех. И когда же мы стартуем? Мы стартуем с вами буквально на днях. Смотрите, марафон «Маркетинг-план» у нас будет стартовать 25 марта. Марафон «Продукт. Фундамент бизнеса» – это будет 8 апреля. Марафон «Ведение и запуск клиентских чатов» – вот это вот вам верят, вы селебрити, вы лучше, чем звезды. Это будет у нас старт 22 апреля. И марафон «Социальные сети», вот как раз тренд, который мы захватываем, да, это социальные сети, это будет 29 апреля. Посмотрите, то есть мы для вас вместе с топ-лидерами вот буквально скомпоновали вот это предложение, в которое ты будешь входить, будешь принимать участие и будешь двигаться вперед. Идем дальше. Марафон, маркетинг-план. Что мы увидели после первого марафона? После первого марафона вроде бы все маркетинг-план знают, но как только ты начинаешь, да, задавать какие-то вопросы, домашние задания, народ начинает плавать. И вот этот марафон позволяет, по крайней мере, основу бизнеса, понимание бизнеса, глубину бизнеса прочувствовать. Марафон, который будет у нас о продукте, это фундамент нашего бизнеса, и это самые широкие двери, продукт нужен абсолютно всем, и мы говорим, что у нас с вами все для этого есть, что предложить, продукт работает моментально, мы будем правильно учиться говорить о продукте, мы будем говорить правильными словами, мы будем вам давать простые варианты, как буквально за 3 минуты зацепить человека на продукт. Марафон, который запуск ведения клиентского чата. Влияние, зона влияния, что там делать, как эти чаты, они между собой, как разделить те, кто бизнес, а те, кто клиенты, что с ними делать, что постить, как говорить, о чем, как его наполнять, как поддерживать интерес. Все это будет в этом марафоне, где вы попробуете все на себе. И социальные сети для бизнеса.
Понимаете, не просто так я в социально, зашел в социальные сети, там что-то, какие-то фотографии иногда там размещаю, а именно как в социальные сети, а там большинство людей помогут мне развить мой собственный бизнес. После того, как пройдут наши марафоны и спикеры, как я уже сказала, на бизнес, на онлайн бизнес-практикум будет лидера компании, да, и мы хотим не только провести онлайн, но и офлайн встречи, что не было в прошлый раз. И важно вам сейчас об этом задуматься и использовать ресурс компании. Смотрите, вы включаете, сами включаете людей. Люди проходят марафоны, получают знания. Фактически мы облегчаем вашу работу, да, когда ты человека должен вот так сопровождать. Темп большой, действительно большой, потому что это и есть марафон. В марафон не бегут 2 года. В марафон пробегают за день, как минимум. Самый длинный марафон, больше дня никто не бежит. Поэтому нам надо сейчас собраться, организоваться и перед таким сезоном летним формировать вот эту сильную команду лидеров, которые будут двигаться вперед. Первый этап – это будет 4 марафона, запуск новичка. Он фактически нужен для того, чтобы… Вам надо понимать, если вы не новичок, но вам надо понимать, что там происходит. И будет бизнес-практикум онлайн. Далее, второй этап – это будет, кто пройдет эти этапы, наши лидеры, естественно, кто был участником наших марафонов, получают очень интересный конструктор, конструктор марафонов, который ты потом можешь использовать в любом формате, как тебе удобно. И третий этап – это бизнес-прокачка в твоей стране, но уже офлайн. Это офлайн-встречи, где на практике вживую ты отработаешь уже все методы, техники, поделишься опытом, попробуешь сам быть ведущим, попробуешь сам быть живым участником. То есть вот такой вот очень интересный проект у нас с вами. И, конечно, новый инструмент для развития вашего бизнеса – это конструктор марафонов. Ну, топ-лидеры точно все его получат, а они будут пользоваться им, ну и, соответственно, есть шанс и у вас тоже. Конструктор марафонов – это готовая автоматическая система запуска. Каждый партнер в этой системе сам будет подключаться к волне марафона. Он в любой момент, тогда, когда ему удобно, когда он зарегистрировался, это система, которую легко будет повторить, и это инструмент, который будет постоянно обновляться, понимаете? То есть вот это то, что работает, ты человека привел, его подключил, даже вплоть до того, что когда ваш новичок зайдет туда, в этот конструктор, ему бот, ну не бот, да, а вот наш как бы конструктор спросит у него: а ты с какого марафона хочешь начать? С маркетинг-плана или с продукта? Или ты хочешь в соцсети узнать, да, что там происходит? И ему будет право такое дано. Поэтому вот такой вот инструмент у нас с вами появится. Инструмент – самый простой вариант, особенно у лидеров, это быть участником на IPL Season. Естественно, мы будем благодарить наших лидеров, кто принял участие в формировании всех материалов, и будем рады вас видеть на сцене и даже вам сказать добрые слова, как обычно, уже вживую. Вы все прекрасно знаете, что у нас сейчас готовится так, APL Seasons, и это пройдет в Турции. Более детальную информацию, как бы всю, мы вам еще расскажем. Помните, что сегодня 19 число, последний день, когда ты можешь купить билет на сезон со скидкой 50% оплаты бэк-офиса. Я повторю, что продажи билетов мы продолжаем, то есть мы не останавливаемся. Количество мест, конечно, ограничено. Да? То есть, ну, мы с вами понимаем, что есть понятие вместимости зала. А путевки туда, в Турцию, вы можете купить в любой момент, вам удобно. Но именно билет оплатить, который 260 евро, как сказал Сергей Сергеевич, можно сегодня, именно с учетом 50% ну, как бы, оплаты из бэк-офиса. Что еще? Ну и, наверное, тоже это прозвучало на вебинаре у Сергея Сергеевича. Он говорил, что участники сезон, ну, это как вы собираете... фактически на билеты, когда проводите форумы, когда проводите ваши мероприятия. Вот цена у нас
ну, фактически 2,5 дня, можно сказать, даже 3. У нас будет еще встреча РЦО традиционная, да. Это вот, ну, фактически это зал, ну, как бы это все наши определенные расходы для того, чтобы организовать это мероприятие для вас хорошо. И Сергей Сергеевич обещал, что участники, кто купит билет, кто будет участником APL Seasons, вот на эти 260 евро получат в подарок наш любимый дорогой продукт, который, как бы, мы вам в Турции будем вручать. Как вручать, еще отдельно скажем. Вот. Но помните о том, что без подарков вы не останетесь, это однозначно. Что еще? Бизнес-практикум у нас пройдет офлайн. Соответственно, почему мы немножко его в формате офлайн выбираем? Потому что навыки на практике надо отработать. Мы разберем в системе запусков, мы посмотрим систему повторяющихся действий, и каждый получит шанс стать спикером. Одно дело слушатель, другое дело спикер. Это разные вещи. И следующее, когда, где, вот здесь надо будет следить за расписанием. Это может быть большие встречи, да, приуроченные к большим мероприятиям. Это может быть маленькие какие-то кулуарные встречи, которые проводятся в вашей стране. Но в первую очередь все равно, так или иначе, до этого еще надо дойти. Это будет ближе к лету, я так понимаю, вот именно офлайн-встречи. А онлайн-встречи – это все-таки первый этап. Давайте заходить на 4 марафона, запускать туда наших новичков, туда наших партнеров, проходить уроки, выполнять домашние задания, получать, собственно говоря, удовольствие, участвовать в розыгрыше и пройти вот от начала до конца, и как бы не был сложен путь, и когда иногда хочется сказать, ну, времени нет, но, поверьте, уроки не больше 15 минут, то есть они очень короткие, но они очень сконцентрированы, самое важное, что нужно сказать в этом уроке, наши лидеры вам скажут и приготовили для вас. Умение, вот, что называется, выбрать самое-самое вкусное, самое важное, что является основой. Включайся, я призываю каждого из вас, и вы видите, не случайно наша сегодняшняя тема – это тренды. И мы в эти тренды вписываемся как нельзя лучше. И под эти тренды мы готовим для вас все материалы. И, дорогие лидеры, у нас с вами это масштабный проект. Старт, напоминаю, 25 марта 2024 года. Как туда попасть? Переходи по ссылке. Это ссылка, наш помощник, который вам будет помогать. Там есть определенная регистрация, да. Но пока старта нет, пока ты только можешь туда включиться, да, то есть зарегистрироваться. Ссылка будет у нас здесь в чате. А Светлана мне сейчас поможет, скинет. Ну и плюс отдельно мы вам, топ-лидеры, еще более широко вам расскажут о данном проекте. И вы, собственно говоря, можете брать ссылки у них, да, у своего топ-лидера, у своих, ну, в наших чатах, опять же, вы это все найдете. Но помните, включиться – это мало. Надо не только включиться, а 25-го уже стартовать. Но еще для вас облегчение, мы же как бы технологичная компания, кому по ссылке неудобно сейчас переходить, пожалуйста, вот у нас есть тут QR-код, можно его сфотографировать, но не волнуйтесь, если вы не успеваете, если вы сейчас там, вам неудобно это сделать, мы всю информацию, естественно, вам приготовим. Мы специально приготовили для вас вот и ссылку, и вот такой QR-код, это еще один повод связаться с человеком, который давно у вас не размещал заказ, который еще не заблокирован бэк-офис, мы еще его не потеряли, но рассказать о том, что слушай, у нас такой проект, давай заходи, я тебе сейчас QR-код кину, там зайдешь, мы с тобой вместе пойдем в этом марафоне, будем домашние задания выполнять, мы будем двигаться вперед, ты услышишь опыт самых крутых лидеров, да, наших и топов, и наших лидеров, которые развиваются и растут. Поэтому поводов у нас вообще огромное количество информационных. Будьте открыты к людям, люди будут открыты к вам. И самое главное, помните, что MLM-бизнес в первую очередь – это бизнес инвестиций, в первую очередь, твоего времени, дорогие лидеры, твоего времени. Задайте себе еще раз вопрос, куда уходит ваше время,
как наполнен ваш день. Выкиньте все ненужное, что отвлекает вас, что забирает у вас силы и энергию. Не слушайте никого, кроме своего спонсора и своего сердца, я бы так сказала, и нашего президента можно его слушать. Все, дальше только движение вперед. На пути встречаются разные сложности и трудности, но мы их однозначно преодолеем. А вот такая информация, ну, практически час я вашего времени сегодня забрала. Но надеюсь, что я была вам полезна с этой информацией. И увидимся вживую на ваших встречах. Я к вам прихожу на индивидуальных созвонах, поэтому рада была сегодня провести с вами этот вечер. Для кого-то это даже ночь, поэтому только вперед, бежим вперед. У нас с вами промо, нам надо двигаться. Лидер растет тогда, когда он перестает спать ночами. Перестаньте спать ночами, начинайте мечтать, начинайте строить планы, и все для этого у вас есть. Всем пока!